Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Для мужчины важно чувствовать себя альфа-самцом. Для своей избранницы он стремится быть самым лучшим партнером в постели. Но большинство мужчин не уверены в себе и не доверяют своим избранницам, скандирующим похвальные оды в их честь. И это становится причиной появления интимных страхов среди сильной половины человечества. Мужчинам гораздо сложнее признавать собственные недостатки. Однако даже без слов можно узнать о главном интимном страхе каждого знака зодиака. Кто-то боится потерять любимую из-за импотенции или бесплодия. Другие – из-за неспособности подарить ей максимум удовольствия. А третьим – не нравится, как выглядит их достоинство. Овны, скорпионы и стрельцы боятся импотенции. Интимная близость для мужчин, рожденных под этими знаками, занимает важное место в жизни. Это больше, чем просто удовлетворение физиологических потребностей или сброс энергии. В постели овны, скорпионы и стрельцы реализуют свою потребность в доминировании, желание контролировать партнершу и чувствовать свое превосходство. Любвеобильный мужчина-стрелец может впасть в жуткую депрессию, если ему не удалось охмурить очередную длинноногую красавицу. Мужчина-овен может впасть в ярость или наоборот замкнуться в себе после поражения в постели. Ведь он настоящий боец, не привыкший сдавать позиции ни в работе, ни в любви. Мужчина-скорпион особенно тяжело переживает неудачи интимного характера. Ведь это невероятно страстная и чувственная личность. Он стремится быть богом в постели, и за малейшее сомнение в своем превосходстве он начинает мстить своей избраннице, чем может разрушить не только отношения, но и собственную жизнь. Телец, весы и рыбы боятся не удовлетворить избранницу. Интимная близость играет ведущую роль в построении семейных отношений. Эти мужчины терпеть не могут женщин, страдающих фригидностью, поскольку списывают их физиологические проблемы на свой счет. Потом они мучаются, считая себя бездарями и слабаками, неспособными доставить своим избранницам истинное наслаждение. А вот импотенции весы, тельцы и рыбы не боятся, поскольку они знают немало секретов того, как еще можно довести партнерш до пика наслаждения. Телец – невероятно чувственный и креативный любовник. Мужчина рыбы склонен идеализировать свои достижения в постели и может сильно переживать, если поймет, что не прав. Мужчина знака весы никогда не устает развивать свои интимные навыки. Он с удовольствием пробует новые техники и положения, чтобы освежать ощущения и дарить партнерше и себе максимум удовольствия. Близнецы, львы и девы переживают из-за собственных несовершенств во внешности. Любые изъяны природы приводят мужчин этих знаков в дикий ужас. Такие переживания негативно сказываются на либидо мужчин и активности в интимной сфере. Они слишком сильно страдают из-за собственных несовершенств во внешности, накручивают себя и могут заработать себе комплекс неполноценности. Рядом с таким мужчиной женщина не сможет расслабиться и просто насладиться моментом близости. Мужчина-лев стремится иметь идеальную подтянутую фигуру. Если это не совсем так, он будет искренне из-за этого страдать. Близнецы постоянно обсуждают предпочтения партнерши и настаивают на том, что он не в ее вкусе. Мужчина-дева больше всего внимания уделяет главному мужскому органу. Если он покажется ему неидеальным, он легко решится на операцию, способную устранить эту проблему. Раки, козероги и водолеи боятся бесплодия. Для мужчин этих знаков важнее всего оставить не только след в истории, но и потомство. Остальные интимные страхи они переживают не так остро и легко с ними свыкаются. А вот фертильность играет для них самую важную роль. Мужчина-рак может пройти через все интимные страхи, но основным навсегда останется бесплодие. Козерог видит свое предпочтение в том, чтобы заботиться о семье и детях,
а для этого сначала нужно помочь супруге забеременеть. Водолей больше внимания уделяет духовному развитию, чем физической близости, и стремится дать детям лучшее будущее. Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Поделитесь этим видео с друзьями, а с вами был канал NameDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!